кажется, я из овера случайно, видимо, удалил. Тебе надо овервью проверить, может там что опять поменялось. Да не, вот все на месте. Ну, по крайней мере, корабли на месте. Ну давай, суккубус. Надо поймать Rattlesnake. Что-то он с подсканом пропал. Видимо, отворпал куда-то. Либо докнулся и пошел пересаживаться на что-то более такое серьезное. Ну, маленько подождем. Как-никак, это самый большой локал в округе. Ну как самое большое? Нет, тут, конечно, Брейвы самый большой локал, но что-то Брейвам как-то не хочется. Мне кажется, трупами закидать могут. Плюс локал. Ну, возможно, они могут и насумониться так-то. И минус локал. Интересно. Ну да, такой чувак, короче, ни киллов, ни сливов. Гелиос. Интересно, он... Нет, он не логовнулся. А, неужели меня сейчас Гелиос будет сканить? Вот прям есть шанс, что Гелиос сейчас будет меня сканить. В бильте просто не нашел. Ребят, смотрите, Гелиос нас сканит. Ой, мы настолько не... Ребят, понимаете, вот надо прятаться в бильтах. В бильтах можно найти только при помощи комбат-пробок. По-другому нас в бильте не найти. Ой, насканил! Насканил, сейчас пересядет, прилетит. Я нашел, я нашел. А что будем делать? Наверное, если прилетит реально суккубус, что как-то вообще стрёмно, убивать его не будем. Ну, держать мы его не сможем. А, Гелиос вообще нормальный такой. Имикус. Гелиос и Имикус. Блин, не, писпирягрись ты на меня, а. Нормально. О, смотрите, а, я понял, ребят, знаете, что он делал? Он, короче, бросил комбаты, увел их, потом нашел, в каком направлении я сканюсь, свел туда комбаты и бросил их. Я помогу ему, смотрите, давайте МВД включим. Мне кажется, потенциал резко возрастет у пацана сразу. Давайте еще разок МВД включим, чтобы он не терялся. Все, думаю, сейчас он нас все-таки смог насканить. Все, ребят, комбаты пропали. О, докнулся. Все, ребят, победа, победа. Он нас нашел. Ох уж эти... А может быть, он нас не нашел, может быть, он к нам варпает. А мы тут непись пилим. Деймос. Ну давай. Деймос и Стратиус. Эх, включу-ка я запись видео. А, давайте убьем непись, а то чем мы тут? Не ПВП, что ли? Но мне кажется, пацаны офигеют, когда они по комбат-пробкам в бельт полетят. Да, мне кажется, Гелиос забыл букмарку сделать.
О, я не знаю. Как они вообще кого-то ловят? Как они кого-то... Ух ты! Там-там-та-дам-там-та-дам. Давай. Давай, братюнь. Ой-ой-ой. Во! Страть вас будем убивать. О! Как ему жахнуло-то, а? Так, ну все понятно. Он либо хул-танк, либо он не про танк. Вот, смотрите-ка, дрона вкинул. Проснулся. О, мне дрона пилит, смотрите, какой подлец, а. Но Деймос нас должен танковать. Мы Деймос пробить и не должны с вами. Вот Деймос это определенная проблема, скажем так, для нас. Пилигрим. Может, проэтора вкинуть? Давайте попробуем, что там, дрон сколько наносит залпа? Давайте проэтера вкинем. Хотя смысл менять, сейчас пилигрим прилетит, на него аугмент отойти лучше, парни. По-моему, меньше дамажит. Рейвен. А не, по-моему, больше дамажит. Не знаю, непонятно. Ой, пилигрим. Вот тут вот очень важно. Блин, я не знаю, с одной стороны этот пацан умирает. А, давайте подумаем, давайте. Нет, 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 не умирает, все правильно. Все, он не умирает, я прав. Даже торпеды погреем под такое дело. Рейвен. Нам нужно быстро вот этого пацана пошатать. А, давайте фул откачаемся, потому что неизвестно, что там у Равы. Понятно. Все. Че, Рава к нам побежит? Нет, а, нам нужен Деймос, точно. Как Деймос-то убить? Так, там ко мне мой чудо-огр вернется когда-нибудь, или он так, там так и будет путешествовать? Че хоть там за дрон-то? Гоблин его. Сейчас смартанем их. Дожать бы нам как-нибудь этот Деймос. Ну как, вот, не как-нибудь, а мы сейчас его дожмем. Ну как дожмем? Неизвестно, когда мы его дожмем.
Мне кажется, мы прямо сейчас его дожмем. Ну давай. Сука, дрона сейчас убьет и жопа. Не, нормально. Дрона не убил. Чё там? Настало время Инферно Рейджа. Ну давай, танкуй. Ты же, наверное, актив танк. Угу, цинка, будут что-то пробрасывать. Нет, надо убивать, что-то хотят пробросить они. Надо избавляться срочно. Да, можем не стряхнуть. А, ну они, в принципе, рею пробросили это так-то. Теперь вопрос, как бы, сможем ли мы сейчас тельку сбрить? Наверное, не сможем. Надо как-то разогнаться куда-то, я думаю, и двигаться, будучи в разгоне. Ну, окей, окей, одним меньше, пацаном. Ой. Ок. А, ну все, он не хочет больше ко мне на стельке подтапливать. Блин, че опять капустер-то накрутил? Ну что ж такое-то, а? Что ж ты будешь делать? Что же за человек-то такой, который вечно крутит капустеры? Но надо отсюда, я думаю, уходить, потому что задерживаться, говорят, к беде. Там какой-то пилигрим появился, возможно, хотят что-то пробросить. Пусть пробрасывают, но не в тот бельт. Так, страта. Пилигрим. О, корпумца тает медиум нейтралайзер. Она была бэш, что я думаю. Чё, думаю, урон-то ни хрена не входит.
Деймос. 42 тысячи. Ну вот спрайтеров ему, собственно, и въехало от души в итоге. Ого, петух. Петух-бустер. Да, это тот пацан, который просто альфанулся в один прекрасный момент. Ну да, батареек у нас теперь меньше, чем должно было быть. Вот, ну тут как бы нет смысла уже ползать, потому что в итоге нас заблобят. В итоге нас заблобят, если здесь останемся, поэтому поехали в Терру, закинемся расходником. Смотрите-ка, а ведь и правда крабами прикинуться смогли. Люблю я просирать батарейки, я заметил в последнее время. Надо как-то с этим бороться, потому что, ну, это плохо. Это low skill, это днище какое-то. Надо, не надо так делать мне. Мне нравится, они по ходу боя на станцию Рэю пробросили. Мне кажется, она PvP-фиты подвезла. Но там пилачат, ко мне летела еще одна. Я ее с бонуса с подскана видел. Не помню, видел ли я ее с ротла, но вот с бонуса видел. Это какая полутать? Да, слушай, Вайл, ты смотришь стрим, то без Нейтрика, но слушай, Нейтрик бы очень помог против Деймоса. Но я на самом деле зафитил смарту против джамдронов, и как только я поставил смарту, ни одной пачки джамдронов на меня так и не кинули. Совпадение, не думаю. Стоит отметить, что под пилигримом как-то даже плохо не было. Я там начал, видели, да, выкачался полностью, начал греть кап бустера, что-то как-то вот... Как-то и не нейтрил он прям по хардкору. Хотя корпум нейтрик даже есть. Не дешевый такой, типа пацан-то. Вот, ну вот, я, кстати, думал, что будет, если я встречу какой-нибудь Деймос, и я рад, что мы Деймос можем убить. Потому что сторп-то я подозреваю по Деймосу, там ничего не входило. Я пытался там дамаг анализировать, но там эти дроны, они постоянно спамят своим дамагом чертовым, и нифига не понятно. Пилигрим, Деймос, 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 Пилигрим, 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 Деймос. Слушайте, Калдерина и Инферно Торпеда заходили по 880, но это неплохо. Учитывая, что у Деймоса там тысячи, наверное, 3-4 армора, то есть, ну вы понимаете, мы снимали 1/3, 1/4 армора с залпа торпед, это классно. То есть мы как бы не были прям совсем говном. Да, ребят, я не полутал никого, потому что я вам объясняю, что мне кажется, это бы плохо закончилось. Понимаете, приворпать цинка и бросить в грид-кару — это дело простое. То есть бой мы получили, да и более того, а что там лутать? Ну вот серьезно, что-то можно полутать. Давайте посмотрим. В Стратиусе ничего не было, в Пилигриме Нейтрик сгорел, в Деймосе фракции не было. Даже батарейки не упали. В Рейвене тоже шилдбустер сгорел, батарейки тоже сгорели. Ну чё, будем синтетику, что ли, лутать, как бы? Больше, ну, там реально нечего было лутать, поэтому и не лутал ничего. Было бы что полутать, мы попробовали. Вот, а петух шилдбустер, ребят, петух шилдбустер, это вот он. Который питх.
Питх. Вот питх это петух. Вот, ну, в общем, это так. Это просто убогая руру комьюнити, которая, ну, не может без всяких петушков. Называет его петух. Ну там видишь, Диарнот, надеюсь, я правильно прочитал твой никнейм. Я в принципе их танковал. Вот, поэтому даже если бы они там все приварпали, ну и Деймос он же не может танковать меня вечно. То есть, если вы не заметили, у него в карго осталось 5 батареек. Это поменьше половины. Деймос тащит с собой что-то в стиле, мне кажется, 14-15, а 5 это 1 третья батареек. Просто что касается еще полутать, я реально занервничал с двумя цепторами, потому что два цептора приморуких меня держат без каких-либо проблем. И я начал